вот эта вот божья коровка. И... Кузнец это. Чкузя? Да? Не знаю. Так, дорогие подписчики, пожалуйста. Вопрос. Вопрос. Как мы звали деда в лунчике? Дед в лунчике. Мы узнали, что бабушку зовут Капа. Капа. Подруга Мила. Шнюк – это страшный паук. И... Друг кузнец? Кузя. Кузнец. Кузнец. Все. У вас теперь есть конкурс, челлендж. Как хотите называйте. Проговаривайте. Говорите о том, что иди, а она сама готова. Или наоборот. К примеру, если получится в игровых условиях далековато себя двигаться, скажите, стоит, чтобы здесь не разрывалось. Сохраняем направление вашего взгляда на партнера, на мяч, на продолжение движения мяча. Все время в игре. Мячи подобрали, где все лица. Мы в одно время отдаем мяч? 16 минут. Мы двумя просто. Ты видела шведов? Россия шведов обожала. Она говорит, да, видела. Я говорю, что, классно? Она говорит, а я за Россию. Быстрей! О, хорош, надрай мяч. Важно быть первой, важно быть удачным в плане попадания. Максимальная концентрация. Вот если бы не крутилась, не попала бы. Хорошо, обращаемся. Вообще море. За линию. За линию. Вот туда за линию выдвигает, ничего ли? Как четко. Пять маниш. Виталий Сергеевич, вы сейчас участвуете. Да. Раз, два. Ты за Игорем, зовите меня. Сергеевич, если я отскакиваю, тут вообще не достану никак его. А? Расстрел вообще. Что? Расстрел вообще. Почему играем в лангвесту? Алсу, пока тебе вбегать не надо. Ботаны, сама. Приехали отсюда, так. Есть. Хорош, 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 хорош. Верни мяч, Кать. Вернее, Марине, дай мяч, Кать. Саша, хватит. Еще, еще, еще. Алсу, меняй. Эля, одна. Чирель. Отбора! Три! Можно? Здорово. Еще! Может, меняй! Закончили! Пауза! Есть. Да, слушай, точек не было, а? Не было. Дальняя нога. Там было правильно, а здесь неправильно. Есть такой. Пошли, оранжевые! До отбора! Играем! Фамилия?